Всем привет! Почему клопы лезут на стену и потолок? Давайте разберем три основных причины. Итак, причина первая. Часто в ходе проведения дезинсекции нет возможности попасть препаратами на всех насекомых сразу. Поэтому уцелевшие клопы спасаются бегством и инстинктивно бегут наверх стены, откуда заползают и на потолок. Вторая причина. Клопам на потолке теплее в холодное время года, особенно если помещение часто проветривают. Как известно, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Домашние клопы не любят сквозняков и холода, поэтому перемещаются в более теплую часть комнаты, на потолок или лезут по шторам вверх и отсиживаются в карнизе. Третья причина. У них нет иного пути, чтобы до вас добраться. Иными словами, если отодвинуть кровать от стены, и если у кровати ножки металлические и очень скользкие, то клопы просто не могут до вас добраться через кровать и ползут через стены на потолок, откуда уже падают на спящих людей. Мы как-то показывали такой ролик, как человек соорудил себе такой барьер по проекции своей кровати. Если будет интересно, посмотрите, зайдите. Как раз отличный способ барьерный, чтобы защититься от клопов. Вот три основные причины. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!